Здравствуйте, дорогие друзья! Это Роман Головин. Я приветствую вас на своем канале. Я рад сообщить вам интересную и хорошую новость. Я наконец-то получил профессиональную камеру. Я долго ее выбирал, долго ждал. И вот наконец-то появилась на моем канале профессиональная камера. И теперь канал выходит на новый уровень. Я делюсь поделиться с вами этой информацией. Те видео, которые я снимал раньше на моем канале, я постепенно буду их заменять, где сильно слышен ветер. Я прошу прощения за технические такие неполадки. Информация на самом деле очень важна во многих видео, но, к сожалению, на тот момент я не обладал такой качественной камерой. Вот гром, кстати, гремит, очень интересно, да, солнце светит, гром гремит, хороший знак. Не обладал такой качественной камерой. У меня не было таких ораторских выраженных искусств. Сейчас постепенно у меня язык более стал подвешенным. Я говорю более правильно, связанно. Также приношу свои извинения. В первых видео, может быть, некоторых у меня не очень хорошо получалось. Я надеюсь, вы меня понимаете. Не все родились актерами, ораторами. Не все заканчивали актерские курсы мастерства. Я врач, опять же повторюсь. Я закончил медицинский университет имени Сеченова в Москве. 6 лет на факультете лечебного дела я учился. После этого я закончил Центральный научно-исследовательский институт стоматологии, обучение там, поступил в аспирантуру, долго там работал, был старшим научным сотрудником. Теперь я занимаюсь фитотерапией, натуропатией, я сыроед. Пытаюсь с вами поделиться своей информацией, которая у меня накопилась за долгое время. По просьбам друзей, знакомых, я открыл свой канал на YouTube. Добро пожаловать всем на мой канал. Я очень рад вас всех приветствовать. Я буду делиться той информацией, которую я знаю, и по поводу питания, и по поводу медитации, как переходить, что нужно делать, как я вижу существование на этой планете, какие мысли у меня в голову приходят. Это авторский канал. Какие-то вещи я могу говорить чуть-чуть другие, будут отличаться от вашего мнения. Это нормально, мы все люди. На каком-то этапе развития я смотрю на данную ситуацию именно так. На другом этапе развития, когда я уже буду более опытен, более духовно развит, я на эту же самую проблему буду смотреть с другой точки зрения. Но это не значит, что я сегодня вам неправильно ее говорю. Я говорю со своей точки зрения, и на моем уровне развития очень много людей существует и смотрят мой канал, приобщаются ко мне, к моим мыслям, к моему движению, так сказать, что я сегодня думаю, как это представляю, как нужно жить, что нужно делать в этой жизни, как взаимодействовать друг с другом, какие мысли, чувства у нас должны присутствовать, как питаться надо. И по мере того, как мы взрослеем, растем над собой, естественно, мы и меняем свой взгляд на определенные вещи, которые у нас сложились традиционно в течение нашей жизни. Меняем свой внутренний мир, общаемся с совершенно другими людьми. У нас другие представления совершенно будут. Если же мы раньше, там 20 лет назад, у нас одни представления были, и, во-первых, и Земля меняет свою энергетику, мы вместе с ней меняем свою энергетику. Сейчас многим людям уже не хочется кушать мясо, многие люди начинают задумываться о духовности, хотят поехать куда-то посмотреть, как живут монахи, в какие-то монастыри, вести более аскетичный образ жизни. Многие сейчас очень умные люди, которые мне пишут, они возвращаются с Индии, там, с других мест, набравшись определенного опыта, и эти люди готовы нас учить, делиться с нами информацией, в том числе о ведах. Это наши корни, мы их утеряли, и теперь это постепенно возвращается обратно к нам. Пройдя по кругу, вот эти знания, опять же таки, мы получаем обратно. Это все связано и с питанием. Во-первых, сейчас Земля подняла вибрации, и мы с вами поднимаем вибрации. Хочется отказаться от тяжелой еды. Быть ближе к природе. Но когда мы сегодня обозреваем, что вокруг нас происходит, и из телевизора, с интернета, то можно поддаться эмоциям и прийти в ужас, что происходит с нашей планетой, что правительство всех стран делают с этой планетой.
что мы едим, как мы друг к другу относимся, постоянно везде войны происходят. И в связи с этим вот я хочу с вами делиться своими мыслями и давать вам знания. Вы будете эти знания дальше передавать. Кто-то, кто меня уже смотрит на канале, он обладает этими знаниями. Может, даже больше, чем я обладаю этими знаниями. Пишите свои комментарии под видео, делитесь своим опытом. Можете на стене ВКонтакте либо в YouTube писать какие-то интересные темы, о которых я могу вам рассказать, снять видеоролики интересные, чтобы поделиться знаниями. Все это я делаю для вас, дорогие мои. С вами мы вместе будем духовно развиваться, идти вперед. Опять же таки повторюсь, сейчас я буду работать с новой камерой. Я не профессионал, мне нужно время, чтобы попробовать ее во всех режимах. Сейчас я купил внешний микрофон для этой камеры. Надеюсь, звук будет более четкий. Вроде бы сейчас работает в стереорежиме, но я буду пробовать в разных режимах. Немножко мне с программами надо еще поработать в компьютере. Немножко над графикой, дизайном поковыряться. Потому что некоторые вещи для меня были до сих пор недоступны. И нужно время, чтобы с такой аппаратурой научиться правильно работать. То есть это не один месяц, наверное, возможно, даже займет. Потому что в разных режимах можно по-разному. И также я хочу сказать, что на некоторых компьютерах звук бывает тише, звук бывает громче. Многие пишут, на самом деле, можно даже в Windows есть специальные настройки, которые можно изменить, и у вас громкость сразу прибавится на 30%. Не всегда качество звука на моем канале такое не очень хорошего качества. Бывает часто, что у некоторых аппаратура, да, настроена неправильно, ноутбуки некоторые и так далее. То есть нужно в настроечках полазить, и тогда уже все будет хорошо. Будем разговаривать, опять же, о сыроедении, будем разговаривать, откуда берутся болезни на моем канале, о медитациях, о здоровом образе жизни, о красоте, как нам нужно духовно развиваться. Немножко я буду рассказывать о машинах и о квадроциклах, то есть с теми вещами, с которыми я в жизни буду сталкиваться. Буду вам говорить все плюсы и минусы, стоит это покупать, стоит это брать в жизни. Да? То есть такой канал будет, в принципе, все для жизни. Какие-то рецепты я буду выкладывать, будут даже ченнелинги с моей дочерью Анастасией. Мы тоже духовно развиваемся, надеемся, в ближайшем будущем тоже откроются такие возможности, чтобы тоже возможно было проводить ченнелинги и делиться с вами этой информацией. Также о лечении буду рассказывать, о энергетическом лечении, о энергетической хирургии, как это все развить, как это приходит. То есть будем полностью разговаривать о нашем развитии не только на физическом уровне, также будет и разговаривать о физических нагрузках на таком питании. Хочу впоследствии перейти на энергетическое развитие своего физического тела, не только тонких тел, но чтобы без отягощений научиться заниматься с помощью энергии, чтобы мышцы могли расти с помощью энергии. В ближайшем будущем тоже будем об этом говорить. Поэтому, если вас интересуют какие-то интересные темы, которые будут интересны для всех людей, пишите комментарии на стене ВКонтакте, в YouTube. Я с удовольствием буду рассматривать эти темы. И самые злободневные, самые интересные темы, конечно, будут делаться в первую очередь. А те же видео, которые менее актуальны, будут уже во вторую очередь делать. И также я говорю, и у меня в YouTube есть плейлист, так называемый, я его создал месяц назад, пока он пустой. Опять же вас призываю, если у вас видео есть, как вы успешно исцелились энергетически, на физическом уровне, перейдя на сыроедение, у вас есть определенный опыт излечения сахарного диабета, рака, допустим, да, панкреатита, когда камни у вас исчезли, да, после какой-то чистки успешной, и у вас есть видео, например, в домашней коллекции, но вы ничего нигде его не размещали, вы не стесняйтесь, вы можете помочь большому количеству людей и тем самым показать, что это можно излечить. Потому что я это могу говорить, но многие мне не верят. А неверие заключается в том, что когда люди пишут какие-то комментарии злостные, дизлайки лепят по непонятным причинам. В основном все дизлайки на моем канале это по поводу аппаратуры, по поводу некачественного звука. И, естественно, в первое мое видео, когда я еще не связанно говорил,
стеснялся, замыкался и так далее. То есть я прошу прощения, опять же, за эти видео, постепенно их буду переснимать. И будем с вами двигаться дальше, канал выходит на новый уровень, будут и видео все дальше интереснее и интереснее, более качественные. Те видео, которые у вас есть уже на ваших каналах где-то, где вы делитесь своим опытом, можете также перепощать в этот плейлист, как вы успешно излечились. То есть я этот плейлист вообще трогать не буду, это не мой, это для общего пользы, для людей, которые могут размещать туда свои мысли, как они излечились от различных заболеваний, показать тем самым, что мы можем на духовном уровне, на физическом уровне излечиться от этих заболеваний, и ничего страшного на самом деле нету. Главное, все проблемы у нас находятся внутри, и это все можно сделать на любом уровне развития человека, и на физическом уровне исцелиться, на духовном уровне исцелиться. Подписывайтесь на мой канал, каждый раз, каждую неделю будет выходить большое количество видеороликов. Пока у меня есть еще время, я делюсь своими мыслями, своими знаниями. А знаний у меня достаточно. Я учился в медицинских институтах, работал 10 лет хирургом. И в микрохирургии работал, и в пластической хирургии работал. И всю жизнь я делаю свои эксперименты над собой в плане питания, в плане занятий различными видами спорта. Я очень сильно изменился за последние там 4-5 лет. И дальше стараюсь прогрессировать, взаимодействие с различными людьми. Будет интересно. Спасибо вам за внимание. Всего вам самого доброго. Не болейте. Увидимся в новых видео. Всем пока.